По убеждению инспекторов, машин, тонированных с нарушениями, в городе-курорте много. С начала года к административной ответственности они привлекли около 300 водителей. Напомним, за управление автомобилем, стекла которого покрыты цветными пленками или с несоответствием технического регламента, грозит штраф 500 рублей. Светлана Викторовна, вы знали, что вы нарушили правила дорожного движения, управляя транспортным средством с нанесенным покрытием на передние и боковые стекла? Да, но так получилось, что мне нужно было срочно ехать по делам, и я взяла автомобиль у брата, автомобиль не мой, и я решу этот вопрос, потому что не хотелось бы права нарушать, да, и нарушать правила. На специальном приборе инспекторы проверяют, насколько темна пленка. Лобовое, боковые и передние стекла должны пропускать не менее 70% света. Есть нарушение – плати штраф. И здесь же водители просят убрать темную тонировку. Если водитель отказывается устранять причину совершения административного правонарушения, то есть снять пленку с передних, боковых и ветрового стекла, значит, водителю выдается требование. Если водитель повторно попадается с тонированными стеклами на следующий день, управляет этим же автомобилем и не устранил пленку, то есть не выполнил законное требование сотрудника полиции, к данному водителю применяется более жесткая санкция, за которую предусмотрен административный арест до 15 суток. А вот при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида на тонирование задних стекол внимания не обращают. Запрещена только зеркальная тонировка.